В Восточном Казахстане изготавливают уникальный по своим фармакологическим свойствам медицинский препарат сорбент. Он выводит из организма шлаки и тяжелые металлы. Продукт создают из чистейшего минерала, который добывают исключительно на востоке страны. Пока производители отечественного лекарства работают на казахстанском рынке, но в ближайшее время фармкомпания планирует наладить поставки на территорию СНГ. Создают казахстанский сорбент по новейшей технологии на итальянском оборудовании. Его приобрели на 117 миллионов тенге кредита, полученного по линии поддержки научных проектов. Человек только следит за процессом закладки и выхода уже готового изделия. В минуту с конвейера сходят до 200 единиц продукта. Вот это представляется упаковочный аппарат АМАК 3 четверти. Значит, он производит упаковку порошка в пакетике саше, которые выкладываются на конвейер и проходят в накопительный аппарат. До технологической модернизации линии минералы здесь обрабатывали вручную. Процесс был кропотливым и трудоемким. Сегодня, когда все контролирует машина, фасовщикам остается выполнить только предварительную очистку минерала. А вообще же это фармацевтическое производство начинается с того, что сюда привозят натриевый монтмориланит. Это уникальный природный минерал, который есть только в Восточном Казахстане. Европа такими богатствами не располагает. Здесь его очищают от вредных примесей, убирают песок и уже очищенный экземпляр отправляют на конечное производство. В 2014-м предприятие заработало 100 миллионов тенге чистой прибыли. В этом году фармкомпания запустит новый производственный комплекс. Выпуск продукции увеличится в несколько раз. Этот выход даст нам реализацию нашего продукта. Больше будут знать в других странах, регионах. Наши люди получат больше работу. Может быть, две смены мы будем работать. Экологически чистый лекарственный препарат пользуется спросом в аптеках. О свойствах минерального лекарства хорошо осведомлены отечественные потребители. Очень качественный, во-вторых, очень помогает при заболеваниях различных, особенно желудочно-кишечного тракта. То есть выводит токсины хорошо. С нашей экологией это очень актуально. Продавать казахстанский сорбент планируют на территории всего Евразийского экономического союза с перспективой выхода на зарубежные рынки. Вячеслав Федлугин, Дмитрий Пыхтин, Усть-Каменогорск.